Руководитель вам давал полномочия подписывать какие-либо документы? Нет. Принимать какие-то юридически значимые решения? Нет. Понятно. Спасибо. А вы что снимаете-то меня? Я обычный физлицо. Уберите телефон, пожалуйста. Уберите телефон. Я вас сейчас выкину. А вы-то что здесь делаете? А вы кто? Вы служите судебных приставов? Давайте так по-другому сделаем. Я не физическое лицо. А почему, интересно? Я представитель МТК и точно так же, как вы, фиксирую ход исполнительного. А не надо меня снимать. Снимайте, я же не снимаю вас. И я вас не снимаю. Я снимаю. Вас снимает ваш сотрудник, снимает. Я просто вам разъясняю. Вы совершаете административное правонарушение. Да? А если, не дай бог, я свое лицо где-то увижу, я вас найду здесь. Понимаете? Да. Выражать не надо присутствовать. Я найду вас для того, чтобы привлечь к административной ответственности. Не дай бог, мое лицо появится где-то, на каких-либо соцсетях. Понимаете меня? Я вам разъясняю, вот можете сейчас заснять. Я вам разъясняю административную ответственность. А если мне что-то не понравится, мой внешний вид, я вас засужу материально, понимаете? Мы понимаем, что вы под надуманными предлогами пытаетесь препятствовать исполнению судебных актов арбитражного суда Саратовской области. Но вы же юрист. Там написано в определении, дайте нам требования, в соответствии с которым... Там будет изложено выпустить машину с номером таким-то, таким-то. Найдите это место определения, продемонстрируйте присутствующим. Найдите это место определения. Третий пункт прочитайте. Так, пишите во всех документах. У вас есть телефон? Фотографировать можете? Пишите во всех документах, что вы не являетесь должностным лицом и не можете принимать какие-либо решения. Гражданин Российской Федерации и юриста. В общем, требования и поручения разные вещи. Вы напишите, написано, что суд же не может подумать ничего. Поручение, дайте нам поручение. Требования кедру, поручение, прошу, требую от вас пропустить машину и так далее. Привлекается третий вид, кстати, 17-14. Ну, привлеките. Сейчас посмотрим. Ну, мы готовы на административку сразу. В фабуле, когда вы напишете, что мы что-то не пропускаем, и тогда мы пропустим. То есть вот на три будет административки для одна. Достаточно. Ну, имейте в виду, мы везде напишем, мы не согласны, потому что мы не можем идентифицировать. А все остальные, кто здесь, мы не верим никому. Только верим вам. Я вас понял. А вы нам скажите, пожалуйста, вы выпустите товар такой-то, 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 и мы его выпустим. Вот мы верим только вам. Но не верим никому больше. У вас будет, вот мы верим государственным органам. Будет требование, которое сейчас решено. Оно абсолютно без... Оно ничего не отвечает. Нет, подождите, мы должны что? Пропустить что? Мы должны пропустить что? Имущество по договору. Какое? Которое было по... Ну хорошо, в суде же написано, что вы должны идентифицировать его. Посмотреть накладные, договора, там все написано. Все это находится, там технические характеристики данных изделий, все это находится в материалах исполнительного производства, все это предоставили. Я же говорю, все есть, может кто там, представитель, сотрудники охранного предприятия, ну, подойти, доверить, посмотреть, ему объяснять, задать вопросы, и так же рассказывать. Я же говорю, все это в материалах есть, может приходить, познакомиться. Важно, не, ну просто просто вот вплоть до административки. Поэтому давайте так. Смысл как долго просто не затягивать, можете сразу потребовать. Фабулу только хочу прочитать административный производство. Ну давайте мы решим о том же будем. Да, ну мы здесь, короче, ждем. А смотрите, а что сейчас вот происходит? Нам позвонили, сказали, что опять вот не первый случай того, что не выпускают. Представление не знаю. А вот вам этот вопрос надо задать старшему судебному приставу, который уполномочен судом совершать исполнительные действия по определению суда. Вот все. А вы представляете самарскую вот, компанию? А я не уполномочен комментировать, что здесь происходящее, поэтому извините. Просто я смотрю, вы обсуждали так активно с приставом. Я ему разъяснял закон. Я ему просто разъяснял закон. Ну как прохожий или как заинтересованный? Как юрист, как гражданин Российской Федерации. То есть простой гражданин Российской Федерации приставу может разъяснять...
Почему нет? А почему нет? Ну, слушайте, перестаньте. Я не хочу давать интервью.